Здесь, давай. Пользуясь теплой погодой и снежком, который нам подарила в конце зимы природа, мы решили завести опилки медвежатам в этот домик весной. Вот уже через месяц медвежат переведем на постоянное место жительства. И они будут находиться до того момента, когда их будут пускать в лес. Смотри, как тут самый важный. Вот в этом домике будет жить медвежата. Завтра мы постараемся перевести сюда. Сделать что надо. Сейчас, конечно, что сделал бы самое. Что? Я выйду, потом еще боюсь. Травку, что надо травку поположе сделать. Здесь вот мы сделали посылку медвежат там, чтобы было потеплее. Вот. И завтра с вечерком мы перенесем сюда. Но нас закроем. Пускай осваивается. Уже видели, вышли из берлога.
высох назад, принесем в этот домик берлогу. Форментируем берлогу. Здесь они будут находиться уже до момента выпуска. Это будет родной дом. Готовим старый домик, прием лежат. Буду переводить их сюда. Здесь они будут уже до самого момента выпуска. Необходимо для перевода лежат в домик, надо будет подготовить, постелить опилки, сена, проверить, как заработают двери, открываются, не открываются. После этого придем лежат участков уже сюда, надо все поставить здесь. Я бы, кажется, с моей обстановкой обживает потихонечку этот домик. Вес у них нормальный для перевода в домик, весит они по 6-7 килограммов. Вот, в природе, конечно, лежат гораздо меньше, чем эти наши. Вот, поэтому попороже прилететь в море сюда. А то и сюда сетку делать? А? Конечно. Ну, хорош. Домик берлога готов. Убран под опилки, сено. Вот, сегодня вечерком мы сюда закинем наших питомцев. Пускай осваиваются. Сейчас покормим их и принесем новый вольер.